через нашого єпіскопа і голови нашого руху реформаторського православного Сергія, нашого отця Сергія. Владику Сергія. Слава Богу. Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу! Амінь! Господи, благослови нас, Боже! Отец наш, потому что без Тебя мы ничего не сможем сделать, но с Тобою, Господи, сможем сделать все. Благословен наш Бог наш, Создатель наш, Творец наш, любящий, возлюбивший этот мир и отдавший Сына Своего за нас. Благословен Ты сегодня, собравший нас под Своим покровом, как птиц и птенцов. Благословен Ты, Спаситель наш, Искупитель наш, Иисус Христос, Твоя святая кровь, сегодня омывает нас от всякого греха. Боже, благослови нас, Господь, благослови Киев, благослови Украину, благослови, Боже, по богатой своей милости. Пошли свой мир в наши сердца, Господь, и на всю нашу землю, Боже, во имя Иисуса Христа. Отец, мы благодарим Тебя, и кому нам еще обращаться? Детям Твоим, только к Тебе, Господь, Боже. Просим о милости, о благодати, Господь, Боже. И для этого собрания сейчас нашего, Боже, и для всех, любящих Тебя, Тебя боящихся, и здесь, Господь, в Киеве, Боже, и по всему лицу земли. И пусть здесь, Господь, на берегах Днепра прославляется имя Иисуса Христа. И пусть, Господь, народы Божие восклицают слава Иисусу Христу. Навеки слава Богу Святому. Аминь. 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 Слава Богу. Пожалуйста, присаживайтесь, братья и сестры. Слава Богу. Слава Господу. Рад всех вас приветствовать. Именем Господним, именем Господа Иисуса Христа. Слава Богу. Да. И спасибо отцу Алексею. Он меня встретил сегодня прямо с поезда. Утром рано. Привет всем вам с юга, с города Николаева. Вот, потому что всю неделю я служил там, в городе Николаеве. Проводил семинар, проводил служение. И, знаете, за неделю очень быстро так вот пролетело все это. И по милости Господней, да, когда ехал в Николаев, тоже вот наши батюшки подошли к поезду. Там поезд стоял недолго так. Да, 20 волын. Да, 20 волын, да. Но мы хоть увиделись, да. Хоть на перроне там. И для меня это было, ну, благословением тоже. И вот отец Алексей, вот, наш благочинный, и Алексей Прошак, значит, Гущин наш, тоже сейчас вот отсутствующий телом, но духом, думаю, присутствующий. Слава Богу. И вы знаете, я доехал поездом, я был в поездке на севере, был на самом таком, ну, получается, южном побережье Северного Ледовитого океана. Это Воркута и дальше за Воркуту в тундре. Это фактически вот возле самого Ледовитого океана. Там уже зима была, конец октября, начало ноября, первые дни ноября. Там уже минус 20, уже мороз, снегу по колено, там, ну, там настоящая зима. Знаете, и потом едешь южнее, все как бы теплее, теплее там, значит, там. И вот и приехал в Николаев к морю. Там вообще благодать. Еще и цветочки, еще и листочки. Вот, ну, вообще, ну, слава Богу. Там еще коров пасут, еще, и там еще умудряются щипать травку. Знаете, вот, ну, думаю, благодать какая. А на севере там олени бедные, хоть плачь, смотри на них. Они там копытом что-то роют, под снегом что-то находят, конечно, но... Ну, видите, жизнь разная везде. Люди везде живут, конечно. Там, на севере, мы ехали в Чум. Ну, это дом такой, где живут местные люди. Немцы там, эвенки там, коми, разные люди. Их немного, малые народы эти. И в одном Чуме как раз, недалеко от Воркуты, они остановились как раз там, разбили лагерь как бы такой. Ну, как вот индейцы, допустим. Вот нечто подобное. Вот, только Чум называется. И делаются из разных шкур этих. Вот, и зашли в этот Чум, там молились, хозяин Чума потом покаялся, слава Богу, Владимир его зовут. Вот, у них у всех там русские имена есть, они по традиции еще три царя-батюшки, когда приезжали
с Киева, откуда-то еще приезжали, там с Лавры, кстати, там были. Вот, значит, крестили там их, там давали им все имена такие. И они с тех пор тоже, у них там есть свои местные имена, которые там, ну, трудно произносимые даже вообще. Вот, а есть такие, допустим, хозяйку звали Ульяна, допустим. Вот, они все маленькие, я себя как Гулливер чувствовал. Знаете, самые большие вот так по плечу, а так ниже, так вот. И вот когда там с ними фотографировались, как будто в детском садике. Знаете, или в младших классах каких-то. Мало солнца, да, и, да, и, ну, они, да и кушают, конечно, там, в основном, там, оленина. Ну, вкусно, конечно, попробовал, там, поел этих оленей тоже, значит. Вот, но, прям, вот, как бы, вроде казан, не казан, но что-то такое. Вот, значит, там это вот, они просто, еда очень простая, просто оленина, хлеб там они замораживают, вот, значит, потом его размораживают, значит, как бы, едят, как бы, вот. Жизнь суровая, конечно, и вот там, и там, в этом чуме благословляли даже мальчика, Гавриилом его назвали, вот он родился буквально вот еще как первые дни его были от рождения. Родился в Заполярье, надо же, ну как бы, мы-то просто приехали-уехали, а ведь в таких экстремальных условиях еще рожают, еще и там воспитывают, конечно, да, посмотрел. Вот, но в самом Воркуте, конечно, там город, там дома, многоэтажки, там как бы прямо в мерзлоте построен город. Вот, а в тундре, конечно, совсем другая жизнь. Но вы знаете, что вот как раз там пастор Валентин Миронюк, он сам с Украины, значит, и у него, ну, он приехал на миссию когда-то туда, на север, и так и остался. И у него служение в тундре, вот этим оленеводом, да, и церковь в самом Воркуте. Вот. И я, в общем-то, в этот раз тоже был как раз у них в гостях. Вот, очень хороший пастор, хорошая церковь. И вот он говорил, у него такое откровение такое было еще, когда он в Украине жил, вот, и ходил на Пятидесятническую церковь, такой, значит, на Западной Украине, то, значит, у него откровение, что должно же слово до края земли, а где этот край? Ну, как бы он так, ну, крайний север, наверное. Но не думал, что он туда попадет, но он попал однажды, так и остался. До края земли дошел. Дальше уже вот побережье океана и океан ледовитый, значит, этот. Северный полюс дальше. Вот и все. Вот, и, вы знаете, я благодарю Бога, что до самого края земли Слово Божье, оно несется. До самого края земли проповедуется Слово Господне. И есть много страшных, разных пророчеств. И хороших, и таких, ну, красивых и страшных пророчеств о последних временах. Ну, страшные тоже исполняются пророчества, да, и о войнах, о военных слухах, о гладах, морах тоже это исполняется по планете. Там не написано, что будет это везде, но написано по местам. Вот оно так и происходит. Есть такие места на планете, где люди там сейчас голод умирают вообще там. И, ну, война, вот, и здесь вот сейчас и в Украине тоже, вот видите, война, вот, агрессия такая, значит, и, ну, молимся, чтобы Господь, он защитил страну, чтобы, знаете ли, вот просто, ну, Господь посрамил всех, кто замышляет злое, всех, кто идет с войной, с мечом, будем так говорить. И вы знаете, потому что есть Божья защита, Божьи чудеса, вот я в прошлый раз рассказывал тоже, наши братья капелланы рассказывали, священники, что, значит, столько чудес видят, вот, реальных, сильных чудес, что, ну, для меня, я когда послушал об этих чудесах, вот, которые там в зоне АТО совершаются, Божьи чудеса, то для меня, допустим, я о разных чудесах слышал, как бы, и знаю разные чудеса, и видел то, что в жизни тоже. Но для меня это сравнимо было только лишь вот с войнами Израиля. Вот последние эти годы, десятилетия, возрожденный уже Израиль переживал много очень и нападений. Но, знаете ли, после всех этих нападений он лишь укреплялся, Израиль. Еще сильнее становился. И враги каждый раз думали, а мы сейчас шапками закидаем. Мы сейчас возьмем голыми руками. Не тут-то было. И много чудес Бог совершал. Есть программа «Сида Рода». Это сверхъестественно. И там, значит, выступали вот ветераны войн Израиля, рассказывали о многих чудесах. И когда я наших планов слушал, знаете, которые там в батальонах были, на Национальной гвардии, значит, да, значит, несут служение. И вы знаете, я послушал этих капелланов, и я понял, что, ну, Бог таки с нами. Знаете, вот, ну, он это не то, что политики какие-то, которые могут там говорить одно, другое думать, значит, там делать третье. Бог, его не проведешь. Его не обманешь. Он знает, и правда, и он заступается. Слава Богу. Вот. И, конечно, знаете, вот молимся о мире, конечно, о благодати. Бог хочет всех спасти. Мне
мне очень страшно за Россию сейчас, очень страшно. И вот этим как бы поделюсь тоже на неделе, так вот. Вот и будет время, еще мы соберемся, да, я еще буду расскажу тоже и не просто расскажу, помолимся за ситуацию эти. Но в это время, в последнее время, вот хочется молиться о спасении всех. И многие люди, знаете ли, даже в той же самой Воркуте, казалось бы, где Воркута, да, это, ну, как бы, тысячи километров отсюда. Это, значит, там, за полярным кругом уже, в вечной мерзлоте, возле, там, Ледовитого океана, казалось бы, значит, ну, где это Воркута, значит, и где Украина, да. Но, опять-таки, тоже там рассказывали мне местные страшные истории такие, что тоже безработица, многие, ну как, там вахтенный мир там работают, но в основном приезжие за копейки, а местных надо платить дорого, надо платить. Вот поэтому компаниям выгодно нанимать вот, приезжих, сезонных рабочих, а местные, ну безработица, люди в разорении фактически там сидят, так вот, в нищете. Значит, и там, это же мерзлота, там же нельзя там огородить, знаете, вот картошечку, там, ну как бы, то есть там все привозное, поэтому люди там, как бы, по сути, город-то вымирающий, то есть там реально мало осталось людей. Ну и вдруг предложили вот последний год неожиданно такая работа, страшная очень работа. Там приезжали офицеры, там военкомат, все, значит, там, и поехали хохло убить, говорит. Вот, вербуемся в ДНР, ЛНР, и там тысячи ребят поехали, вот, особенно кто служил в армии, там офицеры какие-то. А там много и всяких, и сидевших, их просто как вот, какие-то тетушок там использовали. Вот. И вот на протяжении этих месяцев вот, уже и гробы уже есть. Уже и, вот, да, семьи, конечно, получают хотя бы деньги какие-то, значит, там, их отцы там, и братья поехали воевать, значит, там, вот, спасать эту Украину от бандеровцев поехали. Вот, и, знаете, послушал так, ну просто, ну, ну мне страшно просто, потому что есть, вот, на самом деле, как мы вот, ехали сейчас с отцом Алексеем, мы обсуждали, да, да, вот, есть закон сеяния жатвы, да, вот. И очень страшно, когда, знаете ли, в своей стране, когда порой ты разберешься, знаете ли, значит, а ехать еще и с оружием в руках, да, в другую страну, значит, другой народ, и братский народ, тем более, вообще-то, это настолько, это проклятие. Это как вот Каин, да, Авель, значит. Каин думал, я вот сейчас с Авелем расправлюсь, и мне будет жизнь очень хорошо. Вот, будет такой каинский мир, будет вокруг, значит, и меня с братом тесно в этом мире, как бы. А что получилось? Стало ли счастливым Каином после убийства? Нет. Несчастным был. Наоборот, клеймо на нем было. Вот, проклятие. Есть разные, даже в Библии об этом мало очень сказано, как бы. Но есть, предания, просто, ну, там, еврейские старые предания об этом проклятии Каина. Вот. Что, значит, всю жизнь он был, значит, просто, ну, под проклятием. А, кстати, вот интересно, вот сейчас в часах, да, прочитали как раз 27 главы Матфея, да, о предательстве. Тоже все предали, по сути, да, вот, но самое страшное вот в этих предательствах, целая серия предательств. На самом деле, шутка ли, да, люди кричали «Осанна», там, «Сыну Давидому», да, значит, да, значит, «Благословен грядущий», там, «Во имя Господне», «Осанна». Люди приветствовали Мессию, завтра, блядь, уже и распни. Вот, знаете, как бывает, да? Дружба, там, любовь, там, значит, все там, братья, все. А завтра и народ. Да, завтра распни, и все. И кровь на нас, и наплевать, лишь бы сейчас, вот прямо сейчас, вот, чтобы это совершилось. Люди не думают, что потом произойдет. Вот, страшно подумать, знаете, вот, что потом происходило в истории. Иисус-то говорил, я буду сейчас из Нового Завета, сейчас из Откровения, но перед тем скажу, знаете, что значит, Иисус ты говорил, что значит, иного, грядущего во имя свое, вы примете, меня не примете, не приняли, но другого примете. И он сказал, оставляйте дом ваш пустырь. А дом пустырь, какой дом в Иерусалиме? Самый главный дом в Иерусалиме, это дом Божий. Потому что там, это не царский дом, не какой-то еще, это Божий дом. Потому что Иерусалим это город великого царя, это город Бога, это место поклонения Богу. Поэтому Иисус говорил о храме Божьем. И на самом деле, вот как было прочтено сегодня тоже вот, в часах, завеса разорвалась. Завеса, которая вот, была знаком таким, тоже из завета получается, вот это вот, отделение и, слава Богу, и
завеса, разорванная завеса. Это было свидетельство того, что все было изменено вообще. Все, даже в Талмуде, в книге, которая никак не заинтересована, казалось бы, в распространении христианства, эта книга написана уже после уже, ну, Нового Завета, это собрание еврейских преданий, историй разных, поучений, исторических многих сведений. И в Талмуде говорится, что, вот, что как раз совпало по времени. Вот после вот этого, как вот все это произошло с Иисусом, да, смерть на кресте, завеса разорвана, после того жертва в храме больше не принималась Всевышним Богом. То есть Бог отказывался принимать после того жертву. Потому что написано, что последних 40 лет, пока храм существовал, значит, последние годы его существования, 40 лет последних, жертва никогда Богом не принималась. Было очень много знаков, которые это подтверждали, говорили об этом для священников. Но самый, ну, пример я вот обычно приводил уже не раз, но напоминаю вам. Когда раз в году осенью, когда убивали козленка, помните, да? В Ветхом Завете и в Новом Завете об этом немного сказано даже. Вот послание, значит, Павла. Так вот, значит, и там брались два козленка, бросался жребий, одного отпускали на смерть верную, а другого прямо в храме там ритуально обескравливали, то есть сливали с него кровь, убивали его таким образом. И с этой кровью первосвященник, как патриарх, допустим, да, он входил в храм и во святое святых, значит, и окроплял этой кровью. Это была кровь как раз, ну, самой главной жертвы, по сути, в году. Потому что во святое святых, только лишь вот в этот раз осенью, значит, заходил как раз первосвященник. А священники храмовые, они делали что еще? Они в эту кровь, этой кровью пропитывали еще такие белоснежные нити, лоскуты белоснежные, и приветствовали их в храме. И смотрели, если во время этого дня, Йом-Кипур это праздник был, во время этого, этой жертвы, дня искупления, если эти лоскуты, они становились белоснежными, вдруг чудесным образом превращались снова в белые, то священники говорили, что Бог принял жертву своего народа. Если они оставались кровавыми, то священники говорили, нет, Бог не принял в этом году жертву своего народа. Приходите в следующем году, посмотрим, может быть, Бог примет жалость над нами, простит нас. И вот последние 40 лет, как вот получилось, вот тогда все, завеса разорвалась, все это совершилось, свершилось, искупление рода человеческого. И все с того времени священники попытались все как бы так вот возобновить, завесу зашили, служение продолжили, но уже было мертвое служение, уже все. Бога уже не было там уже. Это был, ну, Бог-то везде, конечно, безусловно, но это не было местом присутствия Бога. А храм Божий, апостол Павел писал в это же самое время, вот когда уже, ну, последние годы существовали храмы, Павел апостол писал Коринфянам, разве не знаете, что вы, говорит, храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Сегодня храм Божий, вот, обшит кожей, как говорится. Не из бревен, а из ребер. Сегодня храм Божий, живой человек, живая душа. Слава Богу. Царственное священство, народ взятый в удел. Сегодня это простые люди, обычные люди, верующие, с разных национальностей, разных культур, объединенные одной верой. Интернационализм без Бога, это так, глупость, это обман. Или как Ленин говорил о Махно батьке, что это, ну, до первого перекрестка наш союзник. Вот такой интернационализм. Когда выгодно, братья, невыгодно, все, табачок в Руси. Значит, как бы, понимаете, значит, обычно что, ну, зависть, выгода действует, значит, как бы в этом мире, да. Даже порой, ну, близкие люди там, родня, казалось бы, семья, и то, когда уже там, ну, всякое бывает, да, уже и не нужны там родственники. Но настоящее братство, оказывается, оно существует, значит, настоящий интернационализм существует только во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе. Где люди разной национальности, разным цветом кожи, там, языками, все, но Бог соединяет вместе, слава Иисусу. Да, братья и сестры, да, господа, вот такая история, страшная история, конечно, но, с другой стороны, очень поучительная. Да, и хочу прочесть, да, по поводу еще вот того, что народ кричал, кровь на нас, на детях наших, да, вот это страшное проклятие, знаете, то есть взять ответственность вот за это убийство, и сегодня по сути, многие люди, даже вот я по России путешествую, они как бы по сути говорят, ну что, кровь на нас, а что поделаешь. Но это страшно.
спасает лишь покаяние. Вот не раскаяние даже, не признание ошибки. Иуда тоже он признал свою ошибку, да? Он не просто признал, он даже вернул там эти деньги, значит, там, бросил эти серебряники. Вот. Но раскаяние, покаяние, это не только раскаяние греха. Вот. Это еще и вот, ну, поворот к Богу. По-еврейски тшува, значит, вернуться, возвратиться к Богу, вернуться к Богу. По-гречески, там, метаноя, греческое слово, означает поворот на 180 градусов. Вот. То есть Бог вот этого ждет, там, возвращение. Не просто раскаяние. Если, допустим, сын ушел, вот блудный сын, потом рассказывает, помните, да, притчи Иисуса. Если бы он ушел, оказался бы там на самом дне общества, там, возле свиного корыта, жил бы, значит, завидовал свиньям бы даже. И он, ну, просто раскаялся, что вот надо же, вот я так повел и отца, и жизнь вообще не удалась, и, ну, как бы, и там бы умер бы, возле свиного корыта. Свиньи бы его обладали бы, значит, там, значит, ну, как бы. И, ну и что, было бы это покаяние? Нет, это не покаяние. Ну, это как Иудина раскаяние, просто сожаление, да, ну, признание ошибки. Но покаяние, вот с чего начиналось у него. Я, говорит, встану и пойду, говорит, к отцу моему. И скажу, я недостоин даже называться сыном твоим, но прими меня хоть как работник, это не знаю. Вот. И он не просто даже сказал себе, а он реально встал и пошел, и вернулся. И отец вот обнял и простил его, да, перстень ему, там, одежду, в дом вел его. Там и все приготовил покушать, значит, то есть как бы вот это есть покаяние, возвращение домой. Вот это спасает. А просто признание ошибок, любой нормальный человек, он понимает, что в жизни много чего не так делает, допустим, да, больше или меньше, но признает, как бы. Вот, совершенно без раскаяния, наверное, может только лишь, как бы, либо по Достоевскому, если так перефразировать его, либо абсолютно негодяй, либо абсолютно идиот, как бы. Обычный нормальный человек с нормальной психикой, как бы, значит, там, не суперзлодей или не больной человек, значит, там, психически, то он признает свои ошибки, что у него в жизни есть ошибки. Но этого мало, это не спасает само по себе, это только лишь начало. Нужно осознание греховности и святости всемогущего Бога нашего и возвращение к Нему в объятия Отца. Да, и вместо Иисуса в этой, как раз вот в этом чтении сегодняшнем, там как раз народ попросил Варавву. Вот парадокс даже судьбы. Варавва. По-русски это как папенькин сынок. Сыночек папочки. Вар – это сын, сынок. Авва – это Авину, это, значит, это папа, значит, или отец. Авва – это, значит, папуля, папенька, папочка. То есть это, получается, у него имя такое было. И звучало, наверное, интересно. Вот. Кого отпустить вам? Папенькиного сынка, или сына, вот, папочки, или вот Иисуса, называемого Христом. Тоже он назывался Богом, отцом своим, да? Ай-яй-яй. Много как люди называются, но важно не то, как называется, а то, как есть. Кто есть на самом деле. Да, в Москве тоже там назвались, одна церковь называлась тоже Реформаторской православной церковью. Помните, я говорил? Ужас, да, дай Бог мы от такой реформации. Вот. Никакая не реформация, это контрреформация. Да, я на самом деле как-то смотрю как-то в новостях, в вечерних новостях, значит, там сообщают по московскому телевидению, я там, вот это, да, думаю, мы только еще молимся только о начале церкви, там, значит, и вдруг, значит, кто-то опередил нас, получается, ну, начал служение уже. И потом понимаю, что это настолько провокация, жуткая такая, вот как бы. Попытка нагадить просто, знаете, на чистом и похабить саму идею реформации, реформы. Вот, и оказалось, там это просто показатели батюшек, которые там венчают там этих гомосексуалистов, там, значит, там, вот, там, и там всяких там трудно даже выговариваемых товарищей, значит, там, каждая тварь по паре у них там на богослужении. Странное, конечно, служение, странные батюшки. Да, пусть Бог даст им покаяние, конечно. Да. И вот хочу прочесть из Откровения, книги Откровения. Вы знаете, вот в книге Откровений есть несколько таких посланий. Вот вторая и третья главы книги Откровений – это семь коротеньких посланий к церквям. И вот в этих посланиях,
ну, они эти семь посланий уместились в две главы. Они очень короткие. Но, вы знаете, эти послания, ну, еще в те времена люди понимали, что это Божье, Бог вдохновенно. И это не просто, вот, допустим, там, к отдельным церквям, там, Сардийской, Феотирской, допустим, Эфесской церкви, а это послание именно ко всем церквям, вообще во все времена. А еще многие проповедники уже, ну, более поздней эпохи, стали понимать, что эти послания, они означают какие-то семь каких-то периодов, видимо, истории церкви. Даже есть такое мнение. Ну, там, не знаю, там, у баптистов я встречал такое, там, у многих проповедников, Библия Скоуфилда есть такая, там уже есть объяснение такое интересное, комментарии, что это семь периодов истории христианства. И очень интересно, как бы так получается, что да, в чем-то это так. Но еще, в этих посланиях, знаете, к церквям, там говорится ангелам, церквям. Ангелы церкви – это служители церкви, посланники. Это ангелы, это епископы, священники, проповедники, старейшники, там, диаконы, какие-то именно служители, предстоятели церкви. И вот такие послания. Я хочу прочесть здесь вот такое страшное, такое, одно из таких мест страшных. Ну, вначале, вот если вы почитаете, допустим, первое послание – это Ефесянам. Ну, мы знаем, есть Павлово послание Ефесянам, да? Вот. Значит, а вторая глава начинается посланием Ефесянам, такого уже самого Господа Иисуса Христа, послание Ефесянам. Вот. Оно очень интересное послание. Коротенькое, но очень такое емкое. Это как, каждое послание – это как отдельная проповедь. Я как-нибудь даст Бог об этом тоже. Я учил как-то об этом давно, еще там собираюсь, дырку там, в том зале. Давно это было уже. Вот, значит, по этим посланиям проводят проповеди. Вот, но, значит, потом Смирнской церкви, вот это как бы как раннее христианство. Раннее христианство, и вот потом с 12 стиха написано, 2 глава, 12 стих. Ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что у тебя там есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать сокровенную ману, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Аминь. Вот такое послание к Пергаму. Вот эти, кстати, города, я вот общался, потому что братьями, вот интересно очень даже, по-хорошему позавидовал. По этим городам Малой Азии, это в Турции все находится, есть экскурсии такие. И возят, вот, возят братьев, значит, миссионеров, там, проповедников разных, просто христиан желающих проехаться, и показывают все эти вот развалины этих древних городов, где вот, значит, христианство тогда распространялось. Один из этих городов — это Пергам, тоже в Малой Азии, в Турции, современной. И вот там в Воркуте как раз общался с одним из служителей, пастырей, который вот как раз вот недавно побывал. Вот, и посчастливилось ему увидеть все это самому лично, эти камни увидеть. Вот, и я там не бывал ни разу, но много слышал разных проповедей, учений вот об этих городах и о христианстве в этих городах. Ну, вот в послании Павлова, допустим, там мы вот более-менее можем там ориентироваться, что же происходило в этих церквях, да? Понять, что происходило в этих церквях. Вот, а по поводу Пергама, как бы вот непонятно много, больше вопросов было у меня раньше особенно, когда читал. Ну, город, вообще многие считали, что Пергам — это вообще город такой, как, ну, выдуманный, что ли. То есть, ну, как бы, может быть, даже такого и не было, как бы, а может, и был, а какой он был, кто его знает. Но в 19 столетии археологи очень много поработали там, значит, и особенно немецкие археологи много что нашли, очень много, нашли полностью все вот эти вот как бы очертания города Пергама. То есть он был на самом деле большим городом, не просто как раньше представляли себе село какое-то. Нет, большой был город,
Вот, и, а интересно, ты как бы вот читаешь про Пергам, и написано здесь, дважды даже говорится, что здесь живет сатана. Как-то так, знаете, так немного так пугающе. Как бы. К другим так, такое не было написано, как бы, знаете, что там живет сатана. Хотя, ну как бы, а где он живет? Ну, знаете, вот как бы есть там прописка, допустим, да, значит, там, допустим, когда, ну, как бы, место прописки, да, вот, к примеру, пересекал границу сейчас, значит, и там, значит, они раз смотрят, значит, там, ага, по фотографии там встречают, значит, там, что, смотрят, значит, где там прописан, ага, вот, а где уже у дьявола прописка? Как-то странно даже как представить себе, значит, Бог, он вездесущ, да, значит, и Бога невозможно прописать по одному месту какому-то, хотя Бог тоже, снисходя к нам, как бы, к нашей немощи, да, вот, значит, повелевал построить храм, место себе, хотя он подчеркивал, где вы мне построите, все, вся земля моя, что вы мне принесете, небеса мои, ну, как бы, он сразу давал понять, что это не место его прописки, это лишь временное его пребывание, как бы, в скинии, потом еще там в этом храме. И я для себя так, ну, представляю, как бы, и представлял, и в проповедях об этом я так вот говорю, и когда мы так дома общаемся, тоже вспоминаю об этом, напоминаю часто. Знаете, вот это как детская была игра, вот то, что мы читаем о Ветхом Завете, об этом храме, это как будто бы не игра даже, ну, подготовка к взрослой жизни, как, допустим, вот дочки матери, да, вот, значит, там девочка играет, допустим, с куклой, там, пеленает ее, значит, там, вот, значит, там, одевает как-то там, что-то приготовляет ей, там, как будто бы, да, кашу какую-то там варит, как будто бы, ну, это все так, понарошку, конечно. Но однажды девочка там взрослеет, растет, потом уже взрослая девушка становится, потом выходит замуж, потом у нее уже не игрушка, а настоящая лялька уже. И она уже не просто там, значит, там, раз там пеленает что-то, а уже, и это не как игрушка уже, это нельзя ее взять, там, к примеру, здесь поиграла в игрушку, да, допустим, и, значит, это убрала, а эту ляпку уже не уберешь уже, она в шкаф там, ну, как бы, и все, это постоянно, она пищит, значит, там, надо, не надо, значит, эта лялька, вот, значит, и уже совсем другая жизнь уже, взрослая жизнь, вот, и, ну, там, ну, другие примеры, там, к примеру, пацаны там войнушку играют, допустим, да, значит, одно дело войнушку играть, значит, там, ну, потом, как бы, там, уже и война прошла, очень быстро война заканчивается, вот, как надоело играть, так и закончилась война, вот, а уже, когда уже настоящая война, там, уже там не можно, вот, все, мне надоело, допустим, да, как-то, бомбарашка, вот, да, фильм, там, наплевать, надоело воевать, ничего не знаю, моя хата с краю, вот, там нельзя так вести себя, значит, все, война закончилась твоя. Дело в том, что вот во времена храма была как будто бы подготовка вот, к чему-то настоящему. Сейчас я понимаю, как христианин, что это была подготовка к настоящему, вот именно к зрелому, к христианскому, постоянному пребыванию Бога в нас, верующих, чтобы подготовить к тому, чтобы, ну, это не просто в храм я прихожу, допустим, время от времени, не просто там это как бы праздники определенно справляют, да, допустим, не просто это временно как-то, а потом я вот вне храма, да, на своей территории, а я сам превращаюсь в храм Божий, вот как бы Новый Завет-то. Вселюсь в них и буду их Богом. И когда Иисус родился, то исполнилось, я говорю, вот это древнее пророчество, где говорилось «Эммануэль», да, «Эммануил». Вот, и в синодальном переводе, к сожалению, ну, неправильно переведено, как «с нами Бог». На самом деле в нас Бог. Потому что с нами это Этану. Этануэль. Этануэль это с нами. Вот, значит, а Эману, именно у пророков сказано именно Эману. Это в нас. А когда с нами, это люди могут, когда с нами, ну с ними Бог вообще, он со всеми, в принципе, да, он везде. Вот, могут делать даже абсолютно небожьи дела, да. А когда в нас Бог, это совсем другое. Ну, об этом я потом еще буду говорить, как-нибудь тоже. Но, вы знаете, о чем хочу сказать. Дьявол, он не вездесущий, сатана, он не вездесущий. И бесы его, они не вездесущие. Но, поэтому их прописка, будем так говорить, это гораздо более серьезная, нежели место пребывания Бога в храме. Бог, он вездесущий. Но бесы и падшие эти ангелы, они имеют определенную прописку, привязку определенную, территориальную, там, значит, там, вот, допустим, из Писания мы знаем, что их, как бы,
ну, обычная среда обитания, это кладбище, да, это места безводные, бесплодные, пустыни всевозможные, значит, там, значит, там, и, то есть, ну, как бы можно определить, как бы их территориально, как-то. Есть даже какие-то, допустим, дома, места, какие-то посвященные дьяволу, да, значит, хотя тот, кто у нас, больше того, кто в мире, и будучи возрожденными христианами, мы наступаем на всех змей и скорпионов и всю силу вражью. И нас это не повреждает. Даже наоборот, изгоняем врага с его территории. Но по поводу прописки сатаны очень интересно. Почему именно в Пергаме прописался? Почему не где-то еще? Вот как бы была загадка для меня. Но до сих пор, конечно, нет всех ответов. Но есть некоторые ответы. Немцы, когда раскопали Пергам, нашли, много они нашли всяких там дворцов. Ну, как бы, уже почти ничего не осталось там от дворцов, конечно. Но основание этих дворцов. Я вот на днях был как раз в музее под небом открытым. Возле Николаева была древняя Ольвия, город Ольвия. Греческая колония, греческий город, государство. К нему относились десятки других на разных островах, вдоль побережья всего, значит, десятки маленьких поселков, городишек. И они относились к этому большому мегаполису тогдашнему. Это был на самом деле мегаполис. Там казна огромная, там армия своя, свои монеты не чеканили. Значит, и вот альвийские вот эти вот как бы поселения были очень известны. И я был вот на развалинах этой Ольвии, экскурсии, там, ну, показывали, вот, смотрели музей, два музея, значит, там, и часть города сохранившаяся, ну, а большая часть под водой находится. То есть, как бы там показали, что вот она, почти вся территория, по сути, находится сейчас под водой. Вот, и только лишь вот это храмовые горы, эти вот там, где были территории обозначены, ну, походили, посмотрели, там, как бы это вот. Раньше люди жили, раньше был мегаполис, а теперь ничего не осталось фактически. Все. Только лишь основания храмов этих и домов, стены какие-то. И вот, а немцы раскопали, когда, ну, европейцы там работали, не один год работали, нашли и тот самый, как написано, и что ты живешь там, где престол сатаны. Думали, это как бы иносказание какое-то, ну, престол сатаны, как бы, ну, мало ли, как образное выражение. Оказалось, на самом деле, так был престол сатаны, и немцы нашли его. Интересно, совпало, но они, немцы, когда нашли, они посчитали это величайшей находкой, как бы, эпохи, начало 20-го столетия, значит, начался новый век, и обнаружил престол сатаны, они очень обрадовались. Не знаю, чему они радовались, правда. Значит, но привезли этот престол, значит, в Германию к себе. В Берлине она восставлялась. Последнее место пребывания этого престола, оригинального, именно Берлин. Значит, до сих пор я был в этом музее, Пергамон музей называется, музей Пергама Востока. Прямо в центре Берлина, значит, в ГДРовской части музей огромный такой. И, значит, и там, значит, вот сам этот алтарь сатаны находится. Зрелище, конечно, впечатляющее. Я как художник еще смотрел на это все больше. Но еще, знаете ли, как вот в училище, когда учился, я помню, это как, 84-й был год, 85-й, у нас была по программе даже тема такая, несколько раз мы изучали эту тему, возвращались к ней, и она называлась так, «Пергамский алтарь», ну там не говорилось сатаны, это была коммунистическая как бы, эпоха, поэтому опускалось это название, но просто «Пергамский алтарь» как шедевр эпохи позднего эллинизма, так вот. Примерно тема называлась. Ну, по крайней мере, даже реферат какой-то делал там, значит, ну, мы все делали реферат на эту тему. Вот, конечно, ну, как бы зрелище неприятно было, ну, как бы, поначалу особенно. Потому что весь этот алтарь, весь этот престол сатаны, он в сценах насилия. Вот, как бы, ни одной порядочной сцены. Вот все там убийства, значит, там, ну, знаменитый Лакаон с сыновьями, да, если вы помните из мифологии. Тех эпох-то, эллинизма, когда там Лакаон, это как бы ихний греческий какой-то пророк, прорицатель, вместе со своими сыновьями, значит, они там, значит, были убиты этими змеями, там, гидрами, по-моему, что ли, ну, которые боги послали, чтобы убрать этого, как бы, прорицателя. Значит, и вот, как бы, там другие сцены носили, убийств каких-то, вот. И, значит, это огромное сооружение было перевезено в Германию, вот. И включая сам престол сатаны. То есть вот сам храм этот, как бы, он такой, как буквы П, что такой неправильный. Значит, и вот сам престол. Интересно.
мистическое совпадение такое, скажу так, интересно очень даже, не просто совпадение, а потом вскоре началась Первая мировая война. Вот, и именно в Германии вот как бы глянула вот эта вот такая какая-то ненависть вдруг возникла. Самое интересное, германские народы, накануне как раз, германские народы были объединены в одно государство, единую Германию. Вот, и только лишь люди обрадовались, что Германия теперь единая страна, в кои-то веки она же всегда была раздробленная, феодальная, будем так говорить, ну как бы феодальная, но отдельное княжество, отдельное государство, больше 300, по-моему, было разных германских этих там государств, или же там земель, или же там каких-то отдельных городов, имеющих свое управление, даже порой свою монету чеканящих, имеющих даже свои меры веса порой даже. То есть такая неразбериха была порой в Германии. Ну, конечно, были большие, там, в Пруссии, допустим, в Пруссии, да, это огромное там объединение такое, Бавария. Бавария тоже, да, ну, как бы, впечатляющее, внушающее было государство, но баварцы до сих пор себя чувствуют как бы отдельным государством, по сути, хотя они часть Германии. Вот, и при железной выставке, значит, да, знаменитом в конце 19 столетия это состоялось. К концу 19 века, начало 20-го, Германия была единым государством. Впервые, вот как бы, они говорили, вот судьба нам улыбнулась, и вот добрый нам знак, вот в объединенной Германии появился престол сатаны. Значит, как бы, они почему-то посчитали это добрым знаком. Ой, к сожалению, знаете, вот как в народе говорят, когда Бог хочет наказать, отнимает разум. Вот знаете, вот такое чувство, что вот у людей было отнят разум. Вот в народе, в германском народе, который и культурный, и образованный, и вот как будто бы не стало разума какого-то. А чему радоваться, что престол сатаны нашли и привезли его в Германию? Чему здесь радоваться? Я не понимаю, чему здесь можно было радоваться. Но люди радовались, почему-то считали это как вот достижением истории, достижением вот, значит, науки германской, востоковедения там и прочее. Ну, а дальше началось повальное безумие. Просто повальное безумие. Первая мировая, вот даже до сих пор историки порой, ну, как бы в тупике, ну, понимали, что война была бы неизбежна, когда какая-то в Европе, но не такая. Во время Первой мировой, только вдумайтесь, вот в сравнение, погибло столько людей во время Первой мировой войны, сколько за всю историю человечества, начиная вот от Авеля, значит, первого убитого, чья кровь пролилась на землю, и до начала 20-го столетия. Сколько было войн? Тысячи, тысячи разных войн. И во время Первой мировой погибло примерно столько же, сколько за все войны вместе взятые, предыдущие, во всех странах, на всех континентах. Вот вам сравнение какое, представляете? Это слишком много для совпадений вообще. Первая мировая, она, по сути, плавно перетекла во Вторую мировую. То есть, как бы, была пауза такая определенная. И Гитлер, Адольф, он, интересно, он был мистиком еще к тому же. И как христианин, он католик по своему вероисповеданию, так вот именно по складу души своей, как он мистиком был. И свой антисемитизм и много всего прочего, он как раз в будущем монастыре, в монастырях католических, он, ну, первые свои опыты мистические, антисемитские, он считал, что евреев надо наказывать очень жестоко, и он даже писал, что по отношению к евреям, ну, будучи уже тираном, он писал, что по отношению к евреям я не делаю ничего того, чего бы не делало историческое христианство на протяжении последних 1500 лет. Он считал, что он лишь продолжает общую церковную политическую такую религиозную линию по отношению к еврейскому народу. Друзья, это величайшее обольщение. Кстати, насчет крови Христа, пролитой на кресте, только лишь грехи евреев были на Иисусе, только лишь его распинали евреи, его распинали все мы. Вообще, по большому счету, просто кровь Христа, она, знаете, как стала, как вот Иисус, он как вот, ну, вот я сравниваю с полицейским, вот так ставшим, допустим, на дороге, да, нельзя проехать мимо. Либо туда можно вырулить, либо туда. Нельзя мимо проехать, если по правилам, да, если автолюбитель, вот так он стал, допустим, нельзя проехать, даже так он стоит на перекрестке. Значит, если регулировщик. Значит, и либо туда, либо там туда, значит, но нельзя мимо проехать. И вот Иисус, мимо Иисуса нельзя проехать. Либо примешь Иисуса, либо примешь Его кровь как за тебя пролитую, как святыню и величайшую святыню, да?
на святейшую святыню и пойдешь на небеса. Твоя дорога будет на небеса идти. Либо отвергнешь эту любовь Божью, и твоя дорога будет выруливать все ниже и ниже преисподнюю. Вот как бы здесь невозможно другого варианта. И поэтому кровь Иисуса, она может быть либо величайшим проклятием для твоей жизни, либо величайшим благословением. Кровь Иисуса либо как свидетельство против тебя, либо как свидетельство за тебя. Вот принявшим Иисуса как своего личного спасителя, кровь Иисуса величайшая становится святынью, значит, и защитою, и благословением. Не принявшим жертву Христа, она становится величайшим проклятием вопиющим об отмщении к небесам. Вот только вдумайтесь, это очень-очень важная тема. И вот, но, что хочу сказать еще. Когда Гитлер пришел к власти, он пришел очень подло, хитро. Так вот, знаменитый Нюрнберг, как бы колыбель национал-социализма в Германии, вот этой фашистской идеологии германских народов, именно город Нюрнберг. И, наверное, все вы видели по хроникам этим, по кадрам, Гитлерплац, знаменитый, огромный Гитлерплац. Ну, как бы, это стадион, по сути, огромнейший стадион, там десятки тысяч людей могли размещаться на этом плацу, маршировать, войска, молодчики там эти со свастиками, факельное шествие, знаменитое это все, Гитлерплац, значит, в Нюрнберге. Я был в этом городе, не раз проповедовал, значит, и мы один раз приехали с пастырями специально туда, прямо на эти трибуны, где фюрер стоял, где вся его команда стояла, по хроникам это видно хорошо. Значит, она все сохранила до наших дней, только нет этих фашистских символик, их взорвали, тогда уничтожили. Вот, а сами трибуны все сохранилось, все там из камня такого сделано, все там как бы, ну, как бы на века делалось вообще, на века. Значит, заливалось все это, значит, там камнями закладывалось все это. И представляете, прямо на этой трибуне, на этих трибунах сделали молитвенное собрание, сделали. Молились, благословляли Германию, благословляли Европу, значит, и всякое проклятие. Призывали кровь Иисуса именно как защиту, кровь Иисуса как на разрушение дел дьявола всех в Европе и по всему миру. И вот с той трибуны, где, по сути, ну, началась Вторая мировая, как положение Первой мировой и расширение ее, потому что во время Второй мировой погибло еще больше народа, чем даже в Первой мировой. Вот, это жуть просто, это все вот 20-е столетие. И мало кто знает, но мы, христиане, должны это понимать, что сам Гитлерплац, он был построен как раз по проекту вот этого пергамского престола сатаны. Значит, удивительное совпадение, да? Гитлер мог использовать другие проекты, но почему-то ему захотелось именно использовать вот этот найденный немецкими археологами и перевезенный в Германию, восхищавший его этот престол сатаны. Но это еще не все. Интереснейшая история дальше произошла. А в это время, знаете, как фильмы бывают, в это же время в Советской России, в коммунистической России, что-то тоже произошло. Коммунисты были у власти в это время, ну еще даже раньше. Значит, умер Ленин, значит, да, значит, и был деревянный мавзолей сооружен, прямо на Красной площади. И представляете, и однажды, значит, когда... А, кстати, начали строить потом, когда уже постоянные каменные, то там пробили канализацию. Еще царских еще времен, там, значит, понятное дело. Значит, и там вонища по всей Москве пошла. Значит, как бы говорят, что когда патриарху этому Тихону рассказали, что там, ну, вот такая вонь по всей Москве пошла. Вот, потому что мавзолей стали строить для усыпальницу для этих мощей коммунистических. А он говорил, ну, по мощам и елей, говорит. Какие мощи такой елей. Значит, но самое интересное, были разные проекты, такие даже возвышенные, красивые, такие какие-то проекты были на мавзолее. Но ЦК партии большевиков, да, одобрила самый страшный проект. Такой, который, ну, даже, скажу так, даже видавших виды, как бы, безбожников, коммунистов, как бы, заставлял, как бы, ну, пугаться. Щусев, академик Щусев, предложил самый ужасный проект, который можно только предложить. Он предложил пергамский престол сам сатаны поставить прямо на Красной площади. Его копию, только увеличенную чуть копию. Если фашисты чуть позже, они скопировали внешнюю часть этого пергамского алтаря, то коммунист Щусев и ЦК создал страшный проект самого престола дьявола.
То есть точно его копию сделать значит, со всеми этими вещами. Только внутри, там, где были святыни, сатанисты были, значит, как бы, и место присутствия дьявола было, как бы, значит, считалось, его прописка, будем так говорить, в трупе. Самое интересное, там было помещено как раз тело Ленина. Слишком много для совпадения. Значит, а что же было с оригинальным престолом? Он же оставался в Германии. Во время Второй мировой, когда уже все, фашистская Германия уже последние месяцы свои существовала, Сталин совершил еще одно из преступлений своих. Он бросил просто на смерть миллионы людей, будем так говорить, на верную смерть. Просто-напросто, хотя генералы многие пытались вразумить главнокомандующего, что победа все равно за нами, как бы, ну, надо пощадить бойцов, как бы, спасти эти армии от такой бойни, зачем, как бы. Ну, Сталин приказал просто нахрапом все линии обороны сломить, насколько это возможно было быстро. И это привело к массовым просто потерям, невероятным потерям. В 45-м году, весной 45-го, просто гибло невероятное количество людей. Вот, значит, генералы, видавшие виды, некоторые даже стрелялись, не вынесли вот это, просто этого ужаса, этой бойни. А зачем же спешил Сталин? Ну, говорили, чтобы опередить, у него было стремление опередить союзников, как бы, и войти в Берлин первым. Но почему? Оказывается, НКВД шло обычно позже армии. В этот раз, в берлинской операции, НКВД шло вместе с армией. И во время еще уличных боев в Берлине, обстрелов, у них был целый список, что необходимо прямо сейчас взять и вывести. И первым списком шел как раз престол сатаны. Представляете, ради престола сатаны миллионы людей были брошены просто в ад, пекло, в бойню, значит, и... Ну, это целая история. Так вот, и последнее, что... Где сейчас находится престол, оригинальный престол дьявола, мы не знаем. То есть, ну, как бы официально нет никаких... Даже КГБ отказалось при Ельцине там выдать документацию местоположения настоящего престола, оригинального. Последнее, что сохранилось, это расписка офицера НКВД о погрузке этого престола в пломбированный вагон с Берлина, который должен был без остановки идти на Москву. Вот куда он был ли доставлен в Москву или дальше куда-то был увезен, то есть никто не знает. Официально Ельцин обещал вроде рассекретить материалы, но как бы пропил он, к сожалению, и совесть свою, и, в общем-то, и ничего не исполнил, фактически, что он обещал. И вот, значит, а потом КГБ снова захватило власть, значит, и уже как бы теперь уже, ну, как бы, вряд ли когда-то будут опубликованы эти материалы. Хотя, кто знает, уже последние дни, возможно, это снова обнаружится. Но, по крайней мере, если даже оригинально мы не знаем, где это престол дьявола находится, место его прописки, как бы, да, значит, юридической, его копия находится прямо в центре Москвы, значит, на Красной площади. А, значит, по всему Союзу Советскому поставили Ленина как именно, ну, знаете, вот как бы идол, как именно акт поклонения, по сути, этому духу смерти, этому бесу. Дело не в самом Ленине, дело в самом, понимаете, принципе этом. Я думаю, что сам Ленин, если бы его там воскресить, он был в самом ужасе, конечно, что происходит. Хотя, как сказать, человек, заигрывая с дьяволом, заигрывая с бесами, человек, он всегда будет в проигрыше. Значит, есть лишь одна личность, которая хочет реально спасти человека, помочь человеку, это Бог живой. Значит, враг, он всегда лишь только лишь украсть, убить и погубить. Все. Поэтому, правильно говорил Голда Мейер в свое время, с террористами переговоров не ведем. И вот и с дьяволом переговоров вести невозможно. Кстати, вот из поездки в Николаев, представьте себе, вот я был в этом месте как раз, где повалили два памятника Ленина там. Значит, один самый большой, прямо в центре города, другой поменьше, там ножки остались, вот как бы, брошки на ножки. Значит, как бы, значит, и уже там в другом районе, не в центре города. Вот, и люди, которые там были в эти дни, вот как раз, да, вот восстановление достоинства происходило тоже и в Николаеве. И представляете себе, люди отмечают такой факт. Стали тоже как вот, в Донецк, Луганск, выходить всякие там непонятные товарищи, значит, там с бантиками, с этими, значит, колорадцами там. И давай там, мол, надо свою республику создавать, значит, там, Николаевскую. Милиция также стоит бездействует, значит, там, бьют мирных прохожих, значит, то есть, как бы, ну, по такому же сценарию опять началось тоже. И представляете, значит, народ, как бы, опомнился, вот как-то, ну, Бог просто помиловал, считай, Николаев.
Народ собрался, и этого стянули Ленина, бабах, значит, другого. И самое интересное, вот мне потом там верующие даже рассказывают, вот жители Николаева не узнать вдруг. Как только повалили Ленина, вот как бабки сводили вообще. Вот замолчали все, как бы, и как бы успокоились, страстью улеглись, как бы, значит, вроде как бы даже и нет смысла нам отделяться, делать республику свою николаевскую, зачем, как бы, и так поживем. Как бы. То есть, как бы, понимаете, вот, народ успокоился, а так прямо насколько возбужден находил народ, как бы, значит, с кем бы подраться, с кем бы там вот, как бы, повоевать, значит, там, и как только идол рухнул, раз, и там пастор говорит, как бабки сводили, Николаев шелковый город вообще там, спокойный. Даже неверующие люди там в государственной этой администрации задумались, как бы. Это слишком много для совпадений, как бы. Как бы то готовились уже к такому сценарию, и вдруг раз, опа, и как бы интерес люди, ну, в основной массе, вот это все, кто хотели там, как бы, такой республики своей, успокоились. Как-то само собой. Знаете, я не верю просто в совпадения такие. Вообще это вот, есть духовная истина такая. И когда идолопоклонство, оно вообще процветает, да, то бесы имеют места своих прописок. Это культ, определенный культ. Вот, и ленинопад, который совершался в этом году, он не до конца совершился, правда, но он должен дойти до конца, конечно, безусловно. Вот, значит, только тогда, вот это одно из условий вот, реально вот, такого освобождения, восстановления достоинства народов. И, конечно, вот этот дух коммунизма, который ходил по Европе, потом зашел к нам вот, и остался, это ужасно, конечно. Вот, и мне очень страшно того еще бывает, что вот именно потенциал русского народа дьявол использовал, чтобы принести коммунизм в разные страны мира вообще даже. Даже та же самая Корея, допустим. Корейский народ такой, ну, очень трудолюбивый такой, как бы, народ. Тут народ трудоголик, будем так говорить. И как живет сегодня Северная Корея в нищете, только лишь благодаря, значит, ну, поддержке России, как бы, значит, там, в принципе, все. Как бы. А так бы они это повымирали бы уже, наверное. Вот страшно эти концлагеря, что информация просачивается с этой закрытой страны. Вот для верующих только лишь там одно будущее, это вот колючка и, значит, лагеря. Вот. И Южная Корея, которая не познала ужаса коммунизма, которая вот, была под американской как раз, территорией, значит, там, и там были миссионеры, проповедники, которые приходили туда, значит, там, и которые принесли благую весть. То есть христианство с Библией в руках пришло туда. И как они живут сегодня, да? Пожалуйста, как Южная Корея процветает. Та же самая Германия. Немецкий народ, он трудолюбивый, пунктуальный. Но до сих пор, вот 25 лет, когда мы как раз отмечаем, да, падение Берлинской стены, вот, значит, ну, событие такое важное в жизни немецкого народа и вообще, как бы, ну, Европы и мира. И вы знаете, стена-то рухнула, уже 25 лет прошло, четверть века, но до сих пор в умах многих людей вот эти стены стоят какие-то свои. И до сих пор, я в Германии-то бывал, говорю, часто, вот, значит, преподавал там часто в разных школах библейских тоже. И до сих пор братья нам рассказывают, что если нанимают на работу восточного немца, там одна инструкция. Если западного, то другая инструкция. Допустим, для западного немца ему не нужно объяснять, что нельзя воровать на работе, допустим, да, значит, что плохо лежит брать. А для восточного нужно до сих пор объяснять. Вот, для западного немца не надо объяснять, что опаздывать даже на пару минут это нечестность и воровство. Для восточного немца даже на полчаса опоздать это, ну, норма. То есть насколько коммунизм развратил душу и немецкого народа, восточного, да, что до сих пор с этим борется, до сих пор, как бы, вот, даже мы там заезжали в Дрездене, там, ресторанчик перекусить, и мне пастор местный, ну, наш немец, говорит, ну, а мы были как раз в Западной Германии, потом раз в Восточной. Вот обрати внимание сейчас, как нас будут обслуживать. И такой советский душок такой чувствуется. И, значит, эта вот официантка, на самом деле, она поздно заказ принимает, и, значит, и особенно не чешутся, они там не торопятся. Вот, в отличие, а в Западной были в Баварии как раз, там все, там как бы цигель-цигель, а я люблю. Очень все быстро, четко и ясно. Вот, понимаете, значит, как человек верит, да, так он и мыслит. Как он мыслит, так он и поступает, значит, и действует, и так и живет. Вот как бы все изначально, ну, как бы, упирается.
упирается в эту веру. Наверное, я думаю, дьявол очень сильно ненавидит Украину, особенно западную. 100%. Очень сильно. Я это понял еще тогда, еще в 97-м, когда приехал туда. Потому что там всегда говорят: слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Да, даже заодно это, фу, там весь ад ненавидит просто. Весь ад. А с другой стороны, так ненавидит. Но Бог-то, наоборот, очень сильно любит. Даже заодно это исповедание Бог очень сильно благословляет. Невозможно, есть разные учения, разные понимания о силе слов. Даже многие, вот слово жизни, допустим, одна из церквей, да, в Содружестве, слово веры, там есть многие протестантские церкви, где есть слово стоит, да, вот, слово веры, слово жизни, там прочее. А Бог-то, Он создал все словом. Бог создал все словом, и Он нас создал по образу подобию своему, и дал нам, в отличие от животного мира, да, словесность, дал нам возможность, мы не бессловесные твари, мы словесные существа, да. Интересно, и когда человек бессловесен, да, то мы знаем, это проблема, это болезнь, это проклятие, или бесы какие-то, когда нем, да, вот бес был немой, и глухой человек, он не то, что он сам был инвалидом, а оказывается, согласно Писанию, это был дьявол, бес, который закрывал его уста, его уши. Значит, когда бес ушел, человек мог и говорить, и слышать, и все нормально у него было, да? Вот. То есть Бог создал нас людьми слышащими, людьми говорящими. Это удивительно, конечно, это милость Божья вообще. Никого не создавал таким образом. Хотя Бог может наделять всех, конечно, абсолютно всех, да? И в раю там можно подозревать, что все там как-то там разговаривали по-своему как-то. Ева там в обморок не упала, когда змей с ней заговорил. Это, знаете ли... Да и была там... Как бы, будучи там распаленным таким, даже и не понял, что ослица с ним разговаривает, как бы. Всякого. Но если бы мой кот со мной заговорил бы, я, наверное, бы удивился бы, конечно. Да. Но вообще, это правда, но людям. Вот, просто потому, что Бог нас создал такими людьми. По образу подобию своему. И представляете, значит, даже в народе, даже неверующие люди порой замечают, вот назови человека свиньей, на 100 раз он хрюкнет. Знаете, вот, как бы, в этом что-то есть. Вот, потому что даже неверующие порой замечают, что есть какая-то сила в словах. А даже вот вне Израиля тоже люди понимали многие. Вот, история с Валаамом, она очень четко иллюстрирует. Да? То есть Валаак, он понимал, он не дурак. Валаак не дурак, даже в рифму. Значит, Валаак, он понимал, что Израиль голыми руками не возьмешь. И поэтому он послал к Валааму, чтобы посольство послал специально, с деньгами, значит, там, значит, уговорить, чтобы тот пришел и проклял. В числах написано об этом все. Чтобы проклял Израиля. И когда слово он скажет, проклятие, ага, Израиль ослабнет, то есть, ну, как порчу, у нас говорят еще обычно везде, да, порчу, там, сглаз, что-то еще. То есть, чтобы он сгладил Израиль, чтобы он, как бы, напортил Израиль духовно. И потом, когда Израиль уже будет испорчен, как бы, так духовно, ослабнет, вот тогда, как бы, Валаак думал, я сейчас со своей армией накинусь на Израиль, и победа будет за нами. Израиль будет разгромлен. Но там история, вы помните эту историю, да? Значит, Валаам, да, он, значит, там вначале, как бы, там, нет, а потом, когда пришли там люди, показали ему эти деньги, значит, он, ну, я еще поговорю все-таки, как бы, знаете, как бы, помолюсь еще Господу, попрошу, может быть, он все-таки согласится. Вот, понимаете, значит, мзду возлюбил неправильную, да, вот. Потому что обычно Божий ответ, если Бог отвечает сразу, да, лучше этого держаться. Потому что можно, конечно, Богу поговаривать, как-то поговаривать, понастойчивее. Вот, и Бог скажет, ну ладно, иди. А потом сам же пошлет ангела, губителя, навстречу тебе. То есть, как бы, не на пользу будет. Лучше, как бы, Бог открыл, лучше так и действовать. Тем более обольщаться вот, выгодой, мздой, это очень опасная вещь. Валаам обольстился и пошел было. Вот. И что интересно, он не смог проклясть. Он был, ну, все-таки у него порядочность сохранялась-то. И он не проклинал Израиля. Он, значит, хотел было проклясть, но то, что Бог сказал, я это и скажу. И вместо проклятия он сказал слова благословения. И он сказал такие слова, что проклинающий тебя проклят, благословляющий тебя благословлен. Слава Богу. Да, друзья, и я знаю, что есть сила в словах, и самые великие слова, за которые Бог, я верю, очень сильно нас благословит. Это слава Иисусу Христу. Это слава.
самые великие слова, которые вот за эти 2000 лет, которые самые великие слова могут быть вообще на земле, это вот только эти слова. Почему? Потому что Бог превознес Иисуса, дал Ему имя, написано, превыше всякого имени, превыше всякого имени. И дабы пред именем Христа Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Чтобы всякий язык исповедал, что Иисус Христос во славу Бога Отца. Аминь. Представляете, это величайшее исповедание всех времен и народов. Вот. И, кстати, вот я был когда в Польше, там вот Анджей, пастор, значит, церковь Штиглиц, или Штиглиц, как это называется, не помню произношение, да, такое интересное польское, значит, в Варшаве в самой. И тоже пасты там говорили, что в старые времена Польши тоже все только сейчас такое встречается, что они тоже говорят как-то там, как-то похвалено Иисус Христос, или как-то там, не помню, как-то звучит, но тоже смысл такой же, что слава Иисусу Христу. Вот, значит, но в городах этого уже не встретишь, вот фактически, значит, ни в Варшаве, ни там, ни в других городах, да и многие забывают уже это. А священники мне говорят, вот почему Бог очень сильно благословил в свое время. То, что было вот это исповедание, постоянно было исповедание, что слава Иисусу Христу. Вот, и знаете, я думаю, надо же, Бог, и у меня такие же мысли были в Украине, а у них в Польше такие же мысли по поводу старой Польши, вот, и они тоже, когда будем славить Иисуса Христа, то Бог очень сильно благословит нас как страну. И знаете, вот я убежден, что будь это на крайнем севере, там, на юге, где-то, где угодно абсолютно, когда мы будем славить Иисуса Христа, то Бог нас будет очень сильно благословлять. Да будет Ему вся слава и хвала. Слава Иисусу Христу. Слава Богу, Богу Святому. Аминь. И вы знаете, друзья, что еще радует? Вот подытаживаю, скажу, что в Откровении, конечно, там, представьте, с одной стороны ужас, вот Пергам, значит, там, престол сатаны, с другой стороны, верные Божьи люди. Даже если тьма, знаете, в нас есть свет, который не погасит никакая тьма. Даже того самого Антипа написано, убили даже. Но невозможно, вот максимально, что враг может сделать, убить тело. Но он не может души коснуться. Вот, а боимся мы должны и бояться даже того, кто и душу, и тело может убить в гиене. То есть на самом деле есть тот, кто властвует над нашими и телами, и душами нашими над всеми нами. Слава Богу. И что еще? Иисус с учениками, когда беседовал, он, значит, учил о царстве, да, и он просил предохранять, как бы, царство от закваски. И там говорилось о закваске фарисейской, саддукейской и иродовой. И вот фарисейская и саддукейская – это, как бы, две крайности религиозных таких, ну, это крайние религиозные воззрения такие, будем так говорить, неправильные. Лицемерие, он говорил, которое есть лицемерие. А насчет иродовой – непонятно, казалось бы, значит, причем есть Ирод, это же политическая власть. А оказывается, религиозно-политическая закваска может хватить не меньше, даже еще хуже, даже, чем все остальные закваски. И какая же закваска? Интересно, вот Пергам, опять-таки вернуться к нему исторически, оказывается, не просто там, значит, город себе со множеством храмов, значит, и престолом сатаны. Оказывается, это был центр поклонения живому, якобы живому Богу, гению императора, то есть императору как живому божеству. То есть это, по сути, подчинение религии всех вот этих религиозных систем государю-императору. То есть когда цезаропапизм называется, цезаропапизм, когда подчиненность церкви государства происходит, допустим, религия в подчиненности государства находится. А ведь Иисус, он не был цезаропапистом, он говорил как, что цезарю цезарю, да, кесарю кесарева, а Богу Божьему. Вот, и дай Бог нам действительно также сохранять независимость церковную, вот, потому что в этом мире, при потерянном грешном, в этом мире, где много тьмы всякой, церковь должна сохранять свое лицо, оставаться церковью, несмотря ни на что. И когда нас гонят, и когда нас валят, и когда мы бедны, и когда мы богаты, всегда-всегда сохранять вот именно христоцентричность, взирать начальник веры и совершитель веры Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Господь, помоги нам. Благослови нас, Отец наш. Я прошу Тебя о милости для всех сегодня собравшихся здесь, Господь, в этом зале. Боже, о всей нашей церкви. Прошу Тебя за наших священнослужителей, Господь Божий, трудящихся и здесь, в Киеве, Господь Божий, и в разных регионах, Господь, в странах даже уже,
Во имя Иисуса Христа благословляю всех наших служителей, Господь. Пусть поднимается реформаторская православная церковь Христа Спасителя в разных странах, государства, Господь. И пусть где бы мы ни были, Боже, всегда евангельское вот это понимание, оно сохраняется в нас. Пусть всегда Господь, кесарю кесарево, а Богу Божье. Вот как Христос говорил, так и у нас пусть будет. Во имя Иисуса Христа. Боже, и от всякого рода закваски ты оберегай нас, Господь. Пожалуйста, фарисейской, садукейской, иродовой. Пусть наша жизнь будет бесквасной, потому что ты видишь нас бесквасными, потому что Пасха наша, Христос, заклан за нас уже. Спасибо тебе, Господи, за все. Благослови нас, Боже, во имя Иисуса Христа. И я прошу тебя, Господь, Боже, пусть в завершении этого года, Господь, года, который стал для нашей Украины, стал годом восстановления достоинства, Боже всемогущий, пусть продолжится этот процесс восстановления, Господь Боже, покаяния, обновления, Господь Боже. И я прошу тебя о защите, Господь Боже, еще большей защите. Потому что кровь Иисуса Христа однажды была пролита на Голгофском кресте, Господи. И, Господи, эта кровь, она порой за нас, порой против. Но, Господь, пусть, Боже, через покаяние, через примирение с Тобой, эта кровь всегда будет не против нас, а, Господь Боже, защитой. Боже, за нас, потому что для нас это величайшая святыня, если для неверующих это, Господь, это преткновение, Боже, то для нас это величайшая святыня, Господь, слава Тебе, Боже наш, пусть не будет обескравливания церкви, Господь Боже, пусть, Господь, учение и понимание библейское крови Христа, оно будет в церкви, в теле Христа, всегда-всегда, Боже, потому что именно этой святыни величайшей, кровью Христа мы искуплены от суетной жизни, предан нам от отцов. Благословенный Владыка наш, Бог наш и Царь наш. Аминь. Аминь. За Голгофу, за кровь мы тебя благодарим, за воскресенье твое, за победу твою. Благодарим. Беззакония,
Боже, только кровь святая Твоя, она омывает нас и сегодня, и сейчас. Боже святой, благословен Ты, Царь наш, Владыка наш, Отец наш, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас. Благословен Ты, Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Аминь. Благословен Ты, Бог наш, давший нам хлеб из земли. Аминь. Благословив это, приложив это Духом Твоим святым. Аминь, аминь, аминь. Благослови Господь, Бог наш, Царь наш, Владыка наш. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. И, Боже, благослови Господь нас, причащающихся, Боже, потому что для нас, верующих, Боже, каждым этим разом, причастием, Боже, совершается таинство, совершается то, что Ты говорил нам, сие творите мое воспоминание. И мы, рассуждая о теле Господнем, совершаем это таинство, размышляя о крови Твоей, размышляя о страданиях Твоих, благодарности, Господь Боже, за любовь Твою, за, Господь, милость Твою, за спасение Твое. Боже, приходим к чаше, чашу Господню принимаем, имя Твое, Господь, призываем. Спасибо Тебе, Господи, за все. Аминь. Аминь. Да, приготовляем сейчас. Сейчас приготовляем. Да. И поем тоже, да. Да. И Юру. Да, Юру, да. Брат Юра. Юру тоже помогите, да. Я полный правный дом, потоки на душа.
Тебе, Господь, Царь, Владыка наш, благословен Ты, размышляя о крови Твоей святой, о жертве Твоей Голгофской, Боже, мы склоняем свои сердца пред Тобою, Боже великий, могучий, святой и праведный. Боже, благослови нас в этом хлебопреломлении, в этом причастии, в этой Евхаристии. Боже, преломи сами хлеб, Господь, и блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Твоем, Господь. Боже, в этом причастии благослови нас, Господь, Боже. Благослови, Господь, наши души, Боже. Благослови Украину, Боже. Боже, благослови, Господь, Ты чистый хлеб, сходящий с небес. Господь, Ты мир наш, Господь, Ты свет наш. Боже, Ты жизнь наша, Ты истина, Ты, Господь, дорога. Боже, Тебе вся слава и хвала, Господь. Боже, и мы, Господь, и сегодняшним днем воскресным, Боже, и во все дни нашей жизни, Господь, провозглашаем и будем провозглашать слава Иисусу Христу. На веки слава Богу. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Да. Да. Возлюблені, подойдіть, візьміть, не взяли розноса, подойдіть, кожен візьміть. Пусть Господь благословит всех вас, братья, сестры. Пусть милость Божья прибудет с вами. Сейчас либо в хлебопреломлении, если вы в церкви будете, как раз тоже примите хлебопреломление, причастие в храме, в церкви. Самое главное, провозглашайте имя Иисуса Христа, вашего Спасителя, Господа нашего. С любовью во Христе Иисусе из города Киева, архиепископ Сергей Журлев. Благословляю всех вас, возлюбленные братья и сестры. Особенно привет, конечно, всем нашим братьям, служителям Реформаторской православной церкви. Молимся за капелланов наших трудящихся, молимся за священнослужителей всех во имя Иисуса Христа, за наши семьи. Пусть Бог благословит всех вас. С миром Божьим.